Так, ладно, давай, Антон, объясни правила. Правила. Правила простые. Для игры нужно 5 костей. И кидают сериями. Нужно выкидывать выигрышные комбинации. Они состоят, могут состоять как из одной кости, так и из нескольких. Например, одна единичка – это 10 очков, одна пятерка – это 5. Остальные выигрышные комбинации состоят как минимум из 3 одинаковых чисел. Вот, в данной комбинации у нас выпала только одна единица. Остальные не проходят. Мы ее откладываем, и те кости, которые нам не принесли очков, берем и кидаем заново. И смотрим, что пятерка, тоже откладываем, 15 очков в сумме. Единичку, пятерку отложили. Кидаем один оставшийся кубик, пятерка. Значит, считаем очки, 20, 30, 35. И снова кидаем все 5 костей. Вот. Для того, чтобы войти в игру, нужно набрать 75 очков за одну серию. Пока у меня выпадают выигрышные комбинации, серия продолжается. 75. Ой, у меня было 35 плюс 10, 45. 45. 55, 60. Мне нужно выкинуть единицу или пятерку, чтобы продолжить игру. Не выпало. Значит, все эти очки мои сгорают, я передаю кости следующему игроку. Давай, Макс, кидай. Маша, кидай. Ну все, давай про бочку расскажи еще. До бочки рано. В общем, значит, запомнили, единица это 10, пятерка это 5. Все. Кидай. Не хочу. Нельзя. 75 нужно брать, чтобы войти в игру. А мне сейчас сколько надо? Много. Единичку или пятерку выбрось. Все. Вот так. Прочая комбинация. Три двойки, например. Ничего. Ничего. Да, тут ничего. Три двойки – это 20 очков, три тройки – 30, три четверки – 40, пятерки – 50, шестерки – 60. А если добавляется… Вот. Нет. Вот. Это у меня просто 10 очков. Нет. Это у меня просто 10 очков, если бы выпало 3, было бы 50. Если бы выпало еще на одну пятерку больше, удвоилось бы. Стало бы не 50, а 100. Еще плюс 50, 150. Вот. Круче всего выкидывать единички. 3 единички это уже 100. Дальше 4 единички 200, 3 единички 300. Еще есть такие комбинации, как большой и маленький стрит. Большой стрит. Ну, надо выкинуть, так неинтересно. Ой, у меня там было. Вот это 100. Не все, ты в игре как бы. Ну, я только что кинул, я не в игре. Да, так бы я вошел. Ой, запутался я. Про стрит расскажу. Стрит. В общем, это все подряд от единички до пятерки. Когда выпадает, это 125 очков. Когда от двойки до шестерки, это большой стрит, 250 очков. Когда вы входите в игру и набираете больше 75 очков, вот как сейчас я набрал сотню, я могу записать свои очки и остановиться, больше не кидать. Вот. Но если я возьму их и кину, и не выкину ничего выигрышного, выкину,
Это считается как 115. Я опять берусь опять и опять кидаю. И могу кидать бесконечно. Но вот сейчас у меня не выпало, и все мои очки сгорели. Вот. Когда вы вошли в игру, вы можете в любой момент остановиться, записать, хоть у вас 10 выпало, хоть 5, записать эти очки и передать ход другому. Ну, то есть вы уже будете копить их по чуть-чуть. И потом, когда дойдете до 850, вы сядете на так называемую бочку, и вам нужно будет оставшиеся 150 до 1000 набрать тоже одной серии. Как вы входили в игру, набирая 75, так и закончите ее, набирая 150. 150 мы набрали, да. Да. Ну, вкратце... А если больше 150 наберешь? Считается. Да. Да. В принципе, можно постараться одной серии набрать от 0 до 1000. Mm-hmm. Я при мне набирали от 600 до 1400 очков одной серии. Mm-hmm. Вот, это бывает. Круто. Со всеми. Вот, все, продолжаем играть. У меня была вот такая комбинация, когда я... А это неправильно. И вот я сейчас ничего не выкинул. Кидай машину. Это все правила. Абсолютно рандом. О, обратите внимание, это большой стрит. Это рандом, но он бывает. 250, Маша. Ты будешь еще кидать? А можно? Можно. Но сгорит. Сгорит. Записываем. 250. Маша в игре. Пригорит. Я так один не в игре. Я тоже не в игре. Так, тут сколько? 25. Не дай, не думай. Так. Блин. ХЗ. Ничего. 5. Еще 5. И еще 50. 60. Плюс 10, 60. Беру все, кидаю. 60 плюс 5. 65. Блин, десяточку. Пожалуйста. 75. Я запишу. Я мог кинуть вот эти три кости оставшиеся, и у меня был бы шанс или увеличить очки, или все бы они сгорели, но я решаю войти, да, в игру, а потом начинать собирать. Кто сейчас? Маша? Нет, ты. А, мы тебя пропустили, кажется. Двадцать пять? 35. Так, а я еще все до сих пор не в игре. Ну, в общем, в принципе, смысл ясен, да. 35. Ля, ничего. В общем, вот так, отличная игра, очень крутая. Она называется вроде как покер. Ну, покер. Тоже такие комбинации, покер, но... Это не карточная игра? Ну, карточная, да. Есть карточная, а это не карточный покер. Да. А ты кидал уже? Кидал. Да. Так что вот так. Есть еще много интересных игр в кости. Попроще, посложнее. 25. Почему? 10, 15, 20. Записываем. Да, так что вот так вот. Мать кидает. Да. Я сейчас все не выкидываю. Я привык полчаса на стрелке просто кидать. И поэтому у нас путаница возникла. В общем, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и будете знать. Да, до бочки мы тут еще долго будем играть, да. Такая лайтовая, крутая игра, всем советую. Да, Макс, все уже, короче, на бочке. 30, 40, 45, можешь все кинуть. Пятьдесят.
55. 60, 70. Те две будешь кидать? Нет. Маша стремительно вырывается вперед. Так, сколько? 70, я сказал. Угу. Нет, просто потому что я снимаю. Так, давай, я работаю на камеру. Прекращай снимать и начинай играть. Все, сейчас еще раз кину и как выкину что-нибудь. 30, шестерочка. Ну, сейчас все слетит. Ну. По-любому кидать. Эх, вот выпала бы она раньше. Да. Ты бы набрал, правда. Все.